Трудно представить, что в мире инноваций и технического прогресса до сих пор остаются люди, не имеющие возможности удовлетворить свои базовые потребности в питьевой чистой воде, в здравоохранении, в санитарии или в доступе к образованию. Именно поэтому Организация Объединенных Наций определила своей первой целью устойчивого развития ликвидацию нищеты в любых ее формах и проявлениях. Сегодня около 700 миллионов человек в мире проживают в условиях крайней нищеты. Как правило, это люди, чьи доходы составляют ниже прожиточного минимума, а условия их проживания предполагают порой отсутствие электричества и горячей воды. В Казахстане, согласно официальным статистическим данным, за чертой бедности проживает около 6% населения. При этом большинство уязвимых групп зарегистрировано в Туркестанской, Мангистауской и Жамбылской областях. Бездействие в решении проблем уязвимых групп населения приводит к росту нищеты и развитию таких негативных явлений, как преступность, социальные или экономические трения, снижение покупательской способности. В задачи цели устойчивого развития 1 входит создание устойчивой системы по социальной и финансовой защите населения. Комплексный подход по достижению результатов цели устойчивого развития 1 предполагает вовлеченность общества в данный процесс. Таким образом, участвовать может каждый. Для начала определите актуальные проблемы вашего района, города либо региона. Затем определите формат вашей поддержки. Это может быть участие в благотворительных сборах или волонтерская работа. Второе. Не избавляйтесь от всех своих ненужных вещей. Наверняка чем-то вы можете поделиться с теми, кто использует это по назначению. И третье. Старайтесь как можно больше поддерживать небольшие локальные предпринимательские проекты. Помните, все это и есть ваш личный вклад в достижение цели по ликвидации нищеты в любых ее формах и проявлениях.